кстати, я с ним обязательно переговорю. Раньше мы, когда были такими, как вы, мы иногда ездили, там у них хорошие пионерские лагеря в Корее. Поэтому, может быть, договоримся, кого-нибудь отправим в пионерские лагеря, встречающие. Поэтому есть такая возможность. Правильно? Да. Да. Ну да, там лагеря такие очень хорошие. Ну там и море потеплее чуть-чуть там. Да, и туда абсолютно спокойно можно отправлять.